В прошлой передаче я говорил о том, что Украину только заядлый оптимист мог бы причислить к списку стран, которые производили массово охотничье оружие. Теперь я поясню, почему мы об этом говорим. Потому что в городе Киеве с 47 по 54 год действительно было, кратковременно, в течение 7 лет, попытка производства массового охотничьего оружия. Несколько версий есть. Одна из версий, самая, наверное, приемлемая, что лоббирование интересов при производстве этих оружий принадлежало Никите Сергеевичу Хрущеву. В тот момент он был председателем Совета министров Украинской ССР и потом последующим первым секретарем ЦК ВКПБ Украины. И, скорее всего, как говорят, он лоббировал интересы производства охотничьих ружей именно в Киеве. Хотя изначально они производились в артели «Метис». И на прошлой передаче я говорил о том, что нужно осторожно относиться к слову «артель». На момент смерти Сталина, Иосифа, было 114 тысяч артелей, которые существовали в Советском Союзе. И многие артели были действительно заводами. Артели производили в тот момент до 40% всей мебели Советского Союза, 70% металлической посуды. В артелях было задействовано порядка 2 миллионов человек, которые работали. Поэтому, да, были, безусловно, маленькие мастерские, но были и артели, которые можно было считать заводами. Вот как пример завода, Сестрорецкий оружейный завод, который работал в свое время во время блокады в Ленинграде. Он производил пистолеты, пулеметы Судаева. Вот вам пример механических мастерских, которые назывались артелями, но при этом были заводами. И вот артель «Мети», скорее всего, была тоже серьезным заводом, потому что есть информация, что для работы на этом заводе приобретали станки, завозились мастера. Я повторю, с 47 по 54 год производилось несколько моделей охотничьих ружей. Назывались они «Киев», «Киев-2» и «Киев-3». Во всяком случае, у нас есть такая информация, что вот эти три модели есть. Иногда в прессе, в специальной прессе просачивается информация о том, что были модели с одним стволом, спортивные варианты. Пока никакого подтверждения, во всяком случае, мы не имеем. Имеем то, что имеем. Вот три модели – «Киев», «Киев-2» и «Киев-3». Это повторение в украинском варианте трех моделей оружия. Это ИШ-47Б, ИШ-Б-47, ИШ-49. И вот я держу в руках модель «Киев-2». Она отличается от других моделей тем, что здесь замки находятся на боковых досках, в отличие от модели «Киев-3», где ложноподкладные замки. В отличие этих ружей от ижевских заключались в том, что здесь была более тщательная подгонка деревянных деталей. Было очень много вариантов гравировок. И гравировки были как с охотничьими сюжетами, так и растительные орнаменты в английском стиле. И ставилось несколько видов деревьев, в том числе хороший орех, бук, береза. В зависимости от этого стоимость оружия была. Из Ижевска действительно приходили стволы, приходили колодки, серые, обыкновенные, без всякой обработки. И уже под конкретного заказчика, я уже повторюсь, в украинском стиле все это делалось. К сожалению, эта артель просуществовала всего лишь 7 лет. С 50 по 54 год на базе ружья ИШ-49 стали выпускаться более поздние модели, которые называются «Киев-3». Но, по нашей информации, эти ружья, они так и не нашли своего массового спроса, массового потребления. Тут можно понять людей. После Великой Отечественной войны восстанавливалась, в том числе Украина, которая очень сильно пострадала. И, может быть, даже не было, по большому счету, и до охоты. Вот я демонстрирую вам одну из этих ружей. Это модель «Киев-2». Оно сохранилось лучше, чем «Киев» и «Киев-3». Хотя они все в прекрасном состоянии. Здесь хороший сортовой решек, очень красивый рисунок. Ружье тоже было в употреблении, но изящество этих линий, оно действительно отличает ружья модели ИШ-Б-47 от наших киевских. Очень красивая. Вот здесь, в частности, на этом ружье сюжетная гравировка, охотничьи темы, животные. Аккуратненькая спусковая скоба, красивая форма спусковых крючков. Вот, в частности, это ружье, которое я держу в руках, оно практически без настрела, стволы, зеркало. Красивая планка, достаточно высоко поднята, прицельная. И когда к нам иногда приезжают гости, в том числе и из столицы, мы наличием вот
вот этих ружей украинского производства, киевские ружья, мы наших гостей иногда даже удивляем, потому что истинные знатоки охотничьих ружей, киевляне, очень многие даже не знают о том, что в столице нашей родины была попытка массово производить охотничье ружье. Прошлой зимой к нам поступило одно ружье на просмотр. И информация об этом ружье была очень скудная. Во-первых, в информации об этом ружье прозвучало только то, что это мастер Марченко. Для нас это было, скажем так, совершенно ни о чем. И город Токмак. И вот когда Вячеслав Александрович заинтересовался этой информацией, о том, что, во-первых, это Токмак, это очень близко, во-вторых, это мастер Марченко, это более чем интересно, была, скажем так, дана команда для розыска информации об этом мастере, об этих ружьях. И был откомандирован директор нашего музея Олег Валерьевич Варяник, кандидат исторических наук, очень опытный работник архивный. Вот он поехал в Токмак, и благодаря его усилиям мы имеем информацию вот об этом ящике, об этих людях. На фотографии этот мастер, я буду сейчас об этом говорить. И действительно, Олегу удалось разыскать эту семью. Он выяснил, что, к сожалению, мастера уже нет. В 2002 году от ишемической болезни сердца он умер. А есть его сын Георгий Александрович, и дай ему Бог здоровья, он в добром здравии и занимается охотой. И когда мы пригласили его сюда, и после того, как побывали там, нам удалось семейный архив, касающийся этого мастера, скажем так, скопировать. Какую-то часть нам было презентовано. И начну рассказ я вот с этого ружья, с которого все начиналось. Это великолепная двустволка 28-го калибра. В прекрасном состоянии ружье. Стволы не впрессованы, а вкручены вот в эту муфту. Здесь колодка из алюминиевого сплава. Украшена достаточно простой, может быть, где-то даже примитивной гравировкой, крупной рисунки охотничьих промысловых птиц, глухарь, тетерев, вентилируемая плавка, очень интересное цевье, собственная конструкция, которая полностью исключает потерю цевья во время охоты, но при этом очень хороший орех, пистолетная рукоятка, такой интересной формы спусковая скоба. Но самое интересное в этом ружье заключалось в следующем и в этих во всех ружьях. Александр Михайлович Марченко, человек от Бога конструктор, человек от Бога инженер, конструировал вот эти все ружья, которые он, вот все ружья, которые ему удалось сделать, они находятся в нашей коллекции. И, безусловно, человек заслуживает не только добрых слов, но и какой-то дополнительной информации. Я с радостью вас познакомлю с этой информацией, кто это был человек. Он родился в апреле 1927 года в селе Стульнево Черниговской области Запорожского, Черниговского района Запорожской области. Была достаточно большая семья. Во время войны они находились в городе Осипенко. Я не оговорился, именно так назывался город Бердянск. С 1939 года по 1958, он был, вы знаете, наверное, историю, он был так назван в честь Полины Осипенко, наших героев Советского Союза, родившейся в 21 километре от Бердянска в селе Новоспасковка, сейчас это село Осипенко. Во время войны, боясь репрессий, вся семья покинула Бердянск, Осипенко, и переселилась в Токмак, где 14-летний мальчик Саша, ну, еще не мастер, еще Саша, Марченко устроился работать на остаток завода, на часть завода дизелестроительного, часть которого осталась в Токмаке, а часть была эвакуирована в Среднюю Азию. Вот там он устроился работать, он занимался электрической частью, восстанавливал подстанцию. Он был настолько гениальным человеком, вот он с самого детства был инженером, он очень много всего реконструировал. И когда мы говорили с его сыном, то он рассказывал такие интересные вещи, что при покупке любой детали, будь то мотоцикл, электрическая мясорубка или что-то еще, его отец в первую очередь разбирал все эти детали и потом пытался все это дело на свой лад усовершенствовать. Вот такой вот он был человек. У него была очень интересная судьба, когда закончилась Великая Отечественная война, он участвовал в восстановлении завода, очень просился на фронт, но его не отпустили, оставили для восстановления подстанции. В 1945 году
он был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Он остался работать на заводе, работал над изготовлением, над конструктивными особенностями 4-8-цилиндрового дизельного двигателя. Но это был действительно очень мощный завод, который делал дизельные двигатели для серьезной, для тяжелой техники. Он прошел путь от слесаря, кстати, в 18 лет он получил 9-й разряд слесарный, об этом мало кто знает, сейчас-то существует 6 разрядов у токаря, слесаря, оказывается, был еще 9-й разряд, вот у него был разряд, у него было звание мастер золотые руки. В своей жизни человек имел несколько наград серебряных и бронзовых с выставок ВДНХ СССР. В 81 году руководство завода наградило его автомобилем «Москвич-412», за вот этот великолепный труд. Он был переведен в цех номер 4 при отделе главного конструктора и работал над изготовлением 8 и потом 12 цилиндрового двигателя нового типа. И все это время он находил время для того, чтобы конструировать охотничье ружье. Вот одно из этих ружей, я начал о нем рассказ. Есть детальное описание этого ружья. Еще при Советском Союзе он предлагал это ружье для массового производства, для промысловой охоты. Досконально зная все конструкции охотничьих ружей, он создал собственное ружье. Подвеска у этого ружья – это, скажем так, усовершенствование системы Буса Вудварда. Здесь есть и детали Браунинга. То есть, зная работу отдельных частей, отдельных узлов ружья, он производил такую своеобразную компиляцию. Здесь очень интересный момент. Цевьё открывает часть неспаянных стволов, потому что стволы здесь спаяны ровно наполовину для лучшей их вентиляции. Ружье действительно очень интересное, очень своеобразное. И когда к нам приехал сын Георгий Александрович, он увидел это ружье, в глазах этого человека были слезы, потому что он сказал: «Я помню это ружье, я папе делал вот эту гравировку». Представляете, встреча ружья отца и сына. Это ружье было выполнено в 1984 году, а за несколько лет до него, в частности в 1982 году, было выполнено еще одно ружье. Это потрясающее по интересу ружье. Во-первых, это помповик, вот своеобразное такое ружье. Вот помпа есть, помпа сменная есть. Вот такой приклад, это прямая английская ложа. И к этому же ружью было сделано еще два приклада. Один баварская щека, один Монте-Кристо и сменная помпа. Здесь есть ствол, здесь использована сталь 50, одна из лучших сталей в тот момент оружейных. К этому же ружью есть сменный ствол. Здесь есть и очень интересное такое приспособление ребристое. Это, скажем так, устройство, которое уменьшает отдачу, увеличивает кучность стрельбы. Это пламя-гаситель системы Куца. Цельно фрезерованная ствольная коробка, латунная спусковая скоба. Вот такое очень интересное ружье, из которого его сын Георгий Александрович стрелял еще в 17 году. У нас даже есть фото из семейного альбома, где он держит это ружье. В одной руке и в другой руке держит великолепного, огромного фазана, петуха. Такого где-то так чуть больше 3 килограмм. Ружье оказалось настолько удачным, что, я повторюсь, оно стреляло еще в прошлом году, и он с огромной неохотой расставался с этим ружьем, но мы его говорили, потому что вот создали вот такой стенд этих ружей. Есть еще одно ружье очень интересное, это 410 калибр, я его доставать не буду, но вы его увидите в камеру. Вот это ружье, вертикальное расположение стволов. Самое интересное в этом ружье, кроме специфического калибра, еще и внешние курки. Это очень редко, когда вертикально расположенные стволы. Кстати, один из них имеет свой собственный пламя-гаситель. Вот такой малый калибр, это патроны с картечью, там три очень крупных больших картечины. Собственно говоря, вот все, что он сделал собственными руками, все есть в нашей коллекции. Это, я не побоюсь этого слова, которое многие не любят, это сенсация, потому что вот он так маг, вот Запорожье, вот коллекция, вот этот человек. Нам отдали все, что у него было. Спасибо, конечно,
Георгию Александровичу. Вот стенд, который я показываю руками, здесь практически все, что мастер конструировал. Вот эти все приспособления, они называются чоки, получоки, цилиндры и прочее. Не буду забивать вас технической информацией. Это все, что позволяет достаточно кучно и точно стрелять. Вот так, примитивно, условно. Плюс к этому ко всему масса приспособлений для отливки картечи. И вот по поводу отливки картечи был интересный случай, когда очень много лет тому назад охотники, не имея телефонов, интернетов, они через один журнал, он называется «Оружие, охота и охотничье хозяйство», охотники общались с помощью этого журнала. Они писали очень много, предлагали собственные разработки. В этом журнале Александр Михайлович, он написал о том, что он предлагает вот такое приспособление для отливки картечи. Он пытался его запатентовать, но ему отказали, сказали, что вы изготовили боевой заряд, и вы не имеете права, как гражданский человек. Каково же было его удивление, когда через год в этом же журнале он увидел конструкцию, ту, которую он предлагал, запатентованную Леонидом Сергеевым из города Ленинграда. Вот так вот как-то получилось, что его изобретение потом использовал кто-то другой. Об этом человеке, об этом мастере коллектив нашего музея написал статью. Она вышла вот в 2018 году. Это журнал, я вам уже показывал этот журнал, он выходит в Киеве, в столице нашей родины. И здесь очень большая получилась статья, огромное количество фотографий. В частности, здесь есть фотографии из семейного архива, которые Олегу Валерьевичу, директору нашего музея, удалось, скажем так, взять на пользование. Здесь есть и фотографии детей, и жены, и всей семьи, и даже охотничий коллектив этого завода. То есть статья получилась действительно очень большой. Мы тем самым обрадовали и, скажем так, в первую очередь нашего президента Вячеслава Александровича вот этой информации. Ну и, конечно, мы презентовали этот журнал Георгию Александровичу, сыну. Заканчивая рассказ об украинских ручках, я хочу напомнить, дорогие телезрители, снова, я уже показывал эту книгу, о том, что коллектив нашего музея, творческий коллектив, мы выпустили вот такую книгу «Охотничье оружие Украины». Она переведена на украинский язык. Эта книга презентована многим выдающимся людям в Запорожской области и в нашей стране. Здесь вся информация, которую я рассказывал, собрана вот в этой книге. Спасибо огромное Вячеславу Александровичу, что есть возможность выпускать и писать статьи, и писать эти книги, которые тоже являются украшением нашей коллекции. Да, безусловно, Украину, я уже говорил, нельзя причислить к странам, которые масса производили охотничье оружие. Была попытка, я о ней рассказывал, но Украину прославили отдельные люди. Вот в двух передачах мы говорили о Иенко, о Балабане, о Табачковском, о Дзиковском, о Харуне, о Буряке. Это все звонкие имена, которые сделали славу нашей стране, славу охотничьему оружию. И в дальнейшем, я надеюсь, мы будем и продолжаем поиски, потому что есть один мастер, который не попал в нашу коллекцию. Это Тадеуш Вишневецкий, работающий во Львове. Вот мы прилагаем определенные усилия для поисков этих ружей. Эти ружья есть и в Киеве, в Государственном историческом музее во Львове, в музее, который называется «Арсенал». Но пока в нашей коллекции их нет. Я уже говорил, мы коллекция развивающаяся, открытая для общения. Если будет предложения, мы их рассмотрим. Всего вам доброго. До свидания.